Футбольный турнир каждую весну распочинается у агрогородку Святиловичи Бялынинского района. У им берут удел команды из новокольных весок. Этой традиции более за десяток годов. Причем споборництва сельских футбольных команд присвячаются Дню Перемоги. Наш репортаж со Святиловича, где в футбол гуляли днями школьники. Футбол – это, во-первых, жизнь. Вот. Я так, для меня, в частности, так. И я воспитываю это у них, потому что нужно, чтобы они были заняты. Я им уже говорю так, что во время футбола будем отключать интернет в деревне, чтобы вы все были здесь. Футбольный турнир – это отметность Святиловича. У центра агрогородка футбольное поле, которое сделали мясцовые энтузиасты этого вида спорта. Сейчас происходит игра среди команд Святиловича и Лебедянка. Футбольный турнир у Святиловичах колисти придумали до 60-годзе перамоги. Запрошали ветеранов, веншавали их, и они подтримливали футбольные команды на гульни. Час иде, а традиция футбольных споборництва умацовывается. Сёлета команды собрались у 12-й раз. Оле, 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 оле! Лебедянка, вперед! Мы болеем за свою команду, за своих парней, которые отлично играют. Мы очень рады. Да. Я желаю удачи, чтобы они выиграли эту игру. И все следующие игры. И все следующие игры, да. Наставники заохвочивают аматоров футболу особистым прикладом, потому что это частка педагогичного процесса. Вот бойцовские качества воспитываются не за партой, может быть, а здесь, когда впереди свои ворота, мяч, и нужно ворота защитить. Вот где проявляется и бойцовский дух, ну и, конечно же, стремление к победе. Футбол тут любят все вязковцы, и школьники, и сталые працовники. Во-первых, это активный вид спорта, хороший отдых. Ну, развитие и как бы общение с друзьями, с людьми, с тоже природой даже. Как настроение? Замечательно. Каким счетом вы выиграли? 10-2. А когда забиваете гол? Радость, счастье вообще. Много молодежи. Никто не курит, никто не пьет. Можно забить красивые голы, можно увидеть друзей много. Ну, все собираются здесь, на футбольном поле. С футбольных Святиловичев Илона Иванова, Юра Уласцов, новини регион.